Здравствуйте. Хочу показать вам розу Lovely Red. Этому кусту в этом сезоне 6-й год. Как вы видите, куст не очень большой, в ширину сантиметров 50, в высоту сантиметров 70. Куст нарастает медленно. Цветы в основном одиночные, это срезочная роза. Бывает, конечно, и 2, и 3 цветка. И вот даже вот 5 бутонов. Бутоны раскрываются медленно. Процесс бывает до 3 недель. Цвет темно-красный. И вот с такими темными вкраплениями на внешних лепестках. То есть это не болезнь какая-то, это вот свойство розы. Листва матовая. Темно-зеленая. Цветок красивый, но то, что куст формирует достаточно лениво, это мне, конечно, не нравится. Так, чтобы она сильно болела, не могу сказать. Бывают у меня соседние розы черную пятнистость подхватят, но я ее обрабатываю тоже на всякий случай для профилактики. Насчет аромата, ну аромат присутствует, но вот если ткнуться носом в сам цветок, то его уловишь. А так, чтобы на расстоянии чувствовался аромат, такого нет, конечно.